Приветствую всех на канале Автоток. В данном видео речь пойдет про штатную магнитолу на Toyota Corolla для модели 10-го поколения. Ну, по традиции скажу пару слов про внешний вид ее. Имеет такую вот пластиковую рамку, корпус черного, не черного, серого цвета, матового. Повторяет форму головного устройства, вот эта часть, и верхняя панелька захватывает то, что вокруг вентиляции автомобильной. То есть встанет на место бичелей зазоров, тут специальные крепления имеются, то есть никаких проблем с установкой быть не должно. Вот. Касательно дисплея, здесь он сенсорный, емкостный, диагональ 9 дюймов, довольно крупная моделька. Вот. Слева имеются кнопочки дополнительные, тоже сенсорные, но самые основные — это выключение, домой, назад и регулировка звука. Они имеют свою подсветку, но будут работать только при включенных фишках и включенных габаритах при этом. Вот, касательно дисплея, еще раз, он у нас сенсорный, емкостный. Картинка очень хорошая. Продемонстрирую давайте с помощью видео. Вот. Все плавненько идет. Все проигрывается. Есть возможность даже с флешки, с USB носителя тоже что-нибудь посмотреть. Вот. Читать большинство форматов аудио-видео, то есть подключаем через USB устройство и смотрим, наслаждаемся картинкой. Сенсор здесь емкостный, нового поколения и морозостойкий, что немаловажно. Поэтому при низких температурах машине на вас не откажет и не будет залипать, тупить и еще прочие неприятные вещи делать. Вот. Что касается у нас основных его характеристик. Здесь довольно стандартная конфигурация. Cortex A7 четырехъядерный, хороший процессор, 1 гигабайт оперативной памяти и Android 7.1.1. То есть, ну, конфигурация хорошая, производительная, себя зарекомендовала уже не раз. Вот, касательно приложений, которые здесь имеются. Ну, стандартные здесь есть радио, естественно, присутствует свой радиочип, то есть на голову превосходит штатную магнитолу по качеству связи, по воспроизведению за счет еще и звукового процессора. То есть модель однозначно лучше, чем стандартное устройство. Вот, радио здесь регулируются частоты. Тут баланс звука в машине, эквалайзер. Вот. Тоже очень удобно и понятно все. AUX, подключение по AUX-у различных видео-аудиоустройств, в частности камер бокового, переднего обзора, парктроники, видеорегистраторы заднего вида и прочее. То есть очень удобная вещь. На штатных, если на некоторых машинах штатно не идет, то в принципе за довольно символическую сумму можно установить себе камеру заднего вида. И очень удобно при парковке, да и вообще в принципе видно, когда все творится в мертвых зонах автомобиля. Видно, что творится в мертвых зонах автомобиля. Вот. GPS-навигация также присутствует. В комплекте идет GPS-модуль. Подключаем его, устанавливаем приложение. И все работает. Раз-два. Bluetooth для hands-free гарнитуры, свободные руки, чтобы удобно было принимать, отвечать на звонки. Вот. Также подключение других устройств, типа смартфонов, тоже очень удобно. Вот так. Настройки кнопок руля также присутствуют. Тоже все просто, понятно. Разобраться можно будет. Программа TorQue. При подключенном OBD адаптере можно делать диагностику автомобиля. То есть очень удобно. Тоже. Так, что еще у нас интересного есть? Ну, Play Market, само собой, поскольку Android. Качать можно кучу различных приложений, как полезных, так и развлекательных. То есть, как внутреннюю память, так и во внешнюю. Там, ну, я уже говорил про USB носители. Вот, Chrome, браузер для просмотра интернет-страниц, YouTube и прочих других вещей. Что-нибудь интересно стало, посмотрим. Посмотрите. Вот, Wi-Fi подключается. Здесь сетей сейчас недоступно, так что есть такая возможность телефон, например, расшарить, и будет вообще нормально. Вот. Ну, по большому счету все. Тут настроечки у нас. Можно язык выбрать, настройки яркости и прочих разных мелочей. Уже как удобно будет. Вот. Что касается комплектации, здесь идет само головное устройство, фишки подключения. Да, поскольку она штатная, тут тоже ничего дорабатывать не нужно. Все пин-ту-пин. Так выглядит задняя панелька. Один из USB-шников подключен, тоже в комплекте идет, который. Второй USB-шник.
RCA кабели, тюльпанчики довольно много. Тут и на видео, на аудио, даже на сабвуфер вот есть. И GPS модуль с Wi-Fi антенкой, с усилителем. Такая вот магнитолка. Ссылка будет по традиции в описании. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. С удовольствием их отметим. Пока-пока.